пройти его ходом. Что он и делает. Тем более, что резина у Джан-Карло сейчас холодная. И не знаю, стоит ли итальянцу сопротивляться на торможении. Он не будет сопротивляться. Повторяется. Один в один повторяется вчера прошлогоднее происшествие между Жаном и Лизи. Жан Лизи просто молодец сейчас, но заглох, по-моему. Моментально развернулся и заглох.